В Люберцах состоится тематический прием граждан по вопросам здравоохранения. В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком, он пройдет 16 ноября с 10 утра до 5 вечера. Прием жителей городского округа Люберцы пройдет в здании администрации в кабинете номер 107. За консультацией по вопросам здравоохранения также можно будет обратиться в приемную правительства Московской области, а также в управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 3. Она находится в здании поликлинического отделения номер 6 по адресу город Люберцы, улица Назаровская, 3, 5 этаж. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.